Ждет ее уже который час, но она не появляется, не радует глаз. Она застряла где-то по пути, но обязательно должна прийти. И никому не важно, что встретились однажды сердца в компьютерной сети. Он пишет фразу ей: «Привет, малыш». Она ему в ответ: «Ты почему не спишь?» И нежный поцелуй после этих слов. Такая необычная эта любовь. Он пишет фразу ей: «Привет, малыш». Она ему в ответ: «Ты почему не спишь?» И нежный поцелуй после этих слов. Такая необычная интернет-любовь. Он ждет ее уже которую ночь, и он не знает, кто на свете ему мог бы помочь. Отключен даже ее телефон, ну а дома говорят: «Позвоните потом». Быть может, это странно, что встретились нежданно сердца в компьютерной сети. Он пишет фразу ей: «Привет, малыш». Она ему в ответ: «Ты почему не спишь?» И нежный поцелуй после этих слов. Такая необычная эта любовь. Он пишет фразу ей: «Привет, малыш». Она ему в ответ: «Ты почему не спишь?» И нежный поцелуй после этих слов. Такая необычная интернет-любовь. Он пишет фразу ей: «Привет, малыш». Она ему в ответ: «Ты почему не спишь?» И нежный поцелуй после этих слов. Такая необычная эта любовь. Он пишет фразу ей: «Привет, малыш». Она ему в ответ: «Ты почему не спишь?» И нежный поцелуй после этих слов. Такая необычная любовь.